В этом году перед компанией Mandr's и лично передо мной стояла очень амбициозная задача – создать лекторий длиною 4 дня. На эту площадку приглашены, ну, действительно, только самые полезные, самые нужные, самые топовые сейчас спикеры. Дорогие друзья, рада всех приветствовать на моей лекции, посвященной краске Argyle в лектории Mandr's. Очень радостно, что Мосбилд теперь не просто выставка, она носит также и образовательный характер. Мы все здесь, на Мосбилде, и у Mandr's для вас есть много сюрпризов, в том числе свою экспертизу многолетнюю в работе с цветом в интерьере. Они трансформируют в абсолютно новый продукт, который, я думаю, вас порадует и удивит. Сейчас выставка – это не только демонстрация новых образцов и новых коллекций, но это большой образовательный проект. Приходите, вам будет очень интересно. Мы здесь сегодня от BHD Studio читали лекцию «Цвет и смелость в интерьере, в дизайне интерьера». У нас в стране очень уже силен интерьерный дизайн. Много людей, которые в этой профессии многого добились, много людей, которые находятся на пути к славе и к успеху. А при этом у нас параллельно существовал как бы немножко в стороне нашего интерьерного дизайна дизайн предметный. Декор – это инструмент для того, чтобы то пространство, в котором мы работаем или в котором мы собираемся, не знаю, находиться или жить, привести его в соответствие с определенным настроением. Когда появляется какой-то новый, красивый, интересный декор, я всегда с удовольствием в это погружаюсь и думаю, как я могу это использовать и как мне это применить. Это очень интересно, и спасибо компаниям, таким как Mandr's, которые это развивают, занимаются этим и позволяют нам узнавать новое каждый раз. Работа со старыми предметами – это уникальный шанс не только преобразить имеющийся интерьер, но и создать акценты в новом интерьере, привнести старые интересные истории в новый интерьер. Лекторий в этом году был чрезвычайно популярен. Здесь приходило много слушателей послушать этих спикеров. И, конечно же, я хочу вам сказать о том, что мы не будем останавливаться, мы будем проводить подобные лекции и впредь. И если вы не успели посетить эти лекции во время Мосбилда в этом году, ничего страшного. Видео будет выложено. Следите за нашими новостями. И до новых встреч.